Вставляем стульчик для кормления. Стульчик с регулирующей спинкой. Если ваш малыш уснул после еды, его можно наклонить. Даже положить для сна. Стульчик всегда стоит на тормозе. Что очень хорошо, если ваш малыш очень активный. Специальными кнопочками его очень легко и просто куда-либо передвинуть. Комнате. Также у стульчика регулируется высота сидения. Несколько положений можно отрегулировать и пододвинуть к родительскому столу. Также убирается отдельно столешница. Очень удобно, легко мыть после кормления малыша. Можно совсем полностью убрать столешницу. Также подставка под ножками регулируется.